форум «Алматы-Инвест-2014» в этом году привлек в свои ряды таких легендарных коммерсантов, как Джим Роджерс, бывший мэр столицы Колумбии Энрике Пеньялоса, известный голландский урбанист Герт Урхан и бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон. Всего в дискуссиях о развитии Алматы приняли участие около 400 предпринимателей. Инвестфорум проходит во второй раз, и участники отмечают, что такие встречи дают возможность не только получить открытую информацию об объектах потенциальных вложений, но и на месте обсудить подробности инвестирования, они расширяются с каждым годом. В этом году список расширен приватизацией государственной собственности, упрощением процедур по государственно-частному партнерству, в том числе в части строительства платных дорог и легализации капиталов, которые, по ожиданиям экспертов, укрепит казахстанскую экономику на 10-12%. Миллиардов тенге. В Алматы интересной для инвесторов стала, к примеру, индустриальная зона в Алатауском районе. Уже в первой половине дня был подписан меморандум о сотрудничестве на 2015 год между акиматом города и холдингом «Байтерек». Свое желание инвестировать в Казахстан высказали также звезды мирового бизнеса. У меня не было намерения инвестировать в Казахстан, когда я приезжал сюда в 90-м году или в 99-м году. Но сегодня я изменил свои планы. Я буду вкладывать свои деньги в Казахстан.